Ну что, девочки, готовы? Жених готов к прогулке. Такой франт. Жор. Жора, ты готов идти гулять, да? Ну, клево. Решили мы чуть-чуть теплее переодеть. Жилетки сильно холодновато еще. Да, Жор? Че, Жор? Жор, чего, едем, да? Едем, глядь. Скажи, наконец-таки. Это мой кроть-верть маленький. Девочки, все-таки коляска – это его. Он даже встал, посмотрите. Кайфует. Смотри, набирай, как выходит. Я пока сижу. На всех смотрит. Ой, да, Жор? Эмоции, скажи. Да, мальчик мой? Да. Нравится? Да? Вон он встал на ножки. Стоит, смотрит, как ему нравится. Нравится, Жор? Нравится? А? Жора, тебе нравится? Нравится, сынок? Нравится? Хочется? Ну что ты как, Жора? Тебе все нравится? Ты доволен, Жор? Ты доволен всем? Доволен. Ну, слава. Скажи, обедаем, да, на природе? На природе. Да, у нас солнышко родное. Садись, ты походи спокойно, здесь побегай. Мы пришли тут, кавказская пленница. Да? На летней веранде. Пока она еще... Что там, София там? Да. Там София? Жо. Что? Что такое, Жор? Сынок. Сынок, здесь хоть поменьше зевак. Вы дайте, он сам раскрывает их. Прекрасно, сам? Конечно. На. Он сам прекрасно чистит орехи. Даже грецкие. Да, Жор? Там просто что-то интересное сейчас, да? Ну, да? Жор, а что я снимаю твою эту спину? Молодец. Хочешь, стой, стой. Не, нормально. Тебе удобно. Георгий. Жора. Ах, ты маленький. Клоп. Клоп. Наешь ты орешек? Наелся уже, да? Ты наелся, я же только что обедал. Нет, нет, я же вижу, что ты хоть ботиночек снять. Нет. Жора, нельзя. Хитрый ты парень, Георгий. Ага. Не хочешь наверх, да? Не захотел? Уже хотел наверх, ну давай на елочку, давай здесь. Эй, давай, давай. Куда ты? Куда, что ты там делаешь? Ух ты! А что здесь? А что здесь такое? А? Тройку нажимайте. Да, я знаю, но я... А что тут такое? Сына? Что там? Давай, Томас. Поладь, посмотри, что тут. Ну-ка. Вот, правильно, пустить надо. А вон елочка. Что такое елочка? Не надо на руках. Что-то какое-то, как инвалид, вечно на руках. Как тебе там? Клёво? 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 Сына. О, красавец ты такой, меня. Красавец. Тихо. Тихо. Классно? Зайчик. Смотри, где Жора. Не хочешь подошли? Mm-hmm.
Ай, очень весело. Че еще пойдем? Полазим. Пойдем? Полазим. По камушкам полазишь? Ну, давай. Вот камушки, да? Вот камушки. Камушки темные. Правильно, деревья надо покрыть. Вот, зеленого хвоста. Вкусно тебе? Вкусно? Не могу. Да? София, ты ж грязная, придешь домой. Ничего, помоем. Как ты, как? Сухо открыла. На выдох. Жора, иди, иди, иди. Иди сюда. Ну, лучше? Угу. А? Классно тебе? Угу. Сынок. Маленький. Сынок. Угу. Кто меня растил на море? Кто тут балуется? Андай здесь. Не, на грязную. Он его на грязь. Угу. Да. Ты ласточка? Ага. Ласточка, сейчас мы туда пошли, папа сидит, ага. Туда пошли, сюда пошли. Везде мне хочется с тобой. Ну предложите еще раз. То он два раза уже отказался. Ну, что, надо с третьего раза? Ну, возможно. Да, Жор? Сидит. София? Жор. Смотришь, куда они ушли? А сам за вами смотрит, куда вы пошли. Да? Изучаешь, да? Нельзя. Жора, нельзя. Жора, нельзя. Так смотрит, да? Серьезно. Пойдем, моя радость. Пойдем. Пойдем. Я на колени встала. Давай. Иди, пойдем быстренько. Ой, не хочет. А что такое? Что случилось? Почему ты не хочешь со мной? Ты же всегда любил со мной гулять, а? Пойдем сейчас с тобой потанцуем, песенку споем. Ну, что случилось? Папа не разрешил, да? И ты... Почему папа разрешил? Нет. Моя ласточка, дай мне твою лапку красивую, ручку, а? Вот так, можно я вот так поздороваюсь, скажу, поцелую эту. Что, ты не пойдешь? А туда в шейку надо поцеловать, да? Нет, ну я боюсь. Я боюсь. Я могу ножки поцеловать. Я могу ушки поцеловать. Пойдем. Я курточку тебе сниму, тебе кажется жарко. Нет, мне не жарко. Да. Красавец, мой золотой. Моя радость. Он вам показывает, видите? Ну, это я так поняла, что он мне не показывает, а это просто он зевает. Ага, да, конечно. Да? Ага. Давай, давай, ну что ты сейчас сидишь? София, ему София интересно, да? Куда пошли она убегала? Пошли к Софии, давай, иди ко мне, я тебя отведу, сейчас пойдем в ресторан «Кавказская пленница», я тебе покажу, там петушки есть, там есть курочки, я сейчас попрошу администратора. Всех выпустить. Да, чтобы всех выпустили сюда. Давай, пойдем, я тебе шкотч покажу. Ничего страшного. А как он? Он вроде бы хочет. Он сам пойдет на руки. Ну протяните руки. Давай. Вот, пошел. Как ты хочешь? Пошли гулять с Лией. За петушками и курочками. Жор, ну как тебе? Нравится? Да? Нравится, Жор? Тепло, скажи, хорошо. Да?